я не понял. Слушай, нужна твоя помощь в одном деликатном деле. Нет, не как в прошлый раз. Да послушай, знаешь, Дима, я на свидание позвал наконец одну юную даму. Но она зачем-то таскает везде за собой свою нудную маму. Ты не мог бы подстраховать, отвлечь ее хотя бы на пару минут? Да, конечно, без проблем. Слышишь меня? Знаешь, что такое? И вообще ты здесь? Эй, куда ты смотришь? Привет, если тебе сверху, ты же знаешь, я тоже среди небес. Нет, ты меня путь, я сам.